Южные регионы, они всегда славились тем, что это самые крупные хозяйства, самые рентабельные, так скажем, финансово устойчивые. Это как показатель на всю Россию, как работа выстраивается именно в нашей сельхозотрасли. Это для нас как раз-таки вот основной локомотив, почему именно мы с южных регионов начинаем. У нас очень знаменательное событие. Сегодня мы на стенде совместно с нашими дилерами, компания «Агротехнодар» и научно-технический центр, представляем новинку, наш трактор «Изумлен» PL-2304. Это громкая премьера нашего завода, когда мы представляем такой уникальный трактор, который имеет отличительные особенности по сравнению с другими представленными тракторами на рынке на данный момент. Трактор, который имеет автоматизированную коробку передач и представлен в единственном числе, наверное, уверенно могу сказать по этому поводу, в сегменте тракторов 230 лошадиных сил. Поток желающих увидеть нашу новинку довольно-таки очень большой. Мы провели очень хорошую работу, сделали премьеру. Наши коллеги помогли представить трактор перед данным мероприятием. Ну и тот эффект, который мы получили, реально мы видим, там, да, повышенное внимание. Людям интересно все-таки увидеть, как выглядит, не побоюсь сказать, это все-таки наш флагман передовой единицы в линейке тракторов. То есть у нас до этого были представлены трактора 90, 110, 130, 160 лошадей. С точки зрения тракторов, это очень хорошие трактора, исходя из цены и качества. То есть мощность они выдают. Некоторые трактора уже наработали по 600 моточасов. Вопросов по ним нет. Компания «Изумлен» на российский рынок пришла полноценно. И они создали дочернюю компанию, которая продвигает сельхозтехнику, то бишь трактора. В рамках этой компании они создали отдел запчастей, маркетинговый отдел, отдел продаж, то есть они обучают нас, они везут сюда запчасти, формируют склады запчастей, соответственно, и мы это делаем. Наша сервисная служба готова. Естественно, они проходят и уже некоторые прошли обучение. Мы привезли запчасти, и мы сейчас вместе с «Изумленом» выстраиваем эту всю цепочку. Мы этого партнера выбрали. Почему? Потому что он обеспечивает достойное качество за нормальные деньги. У нас есть в планах анонсировать еще другую премьеру. Мы, так скажем, приоткрываем завесу тайны и говорим, что в нашей линейке, помимо тракторов, также будет представлен зерноуборочный комбайн «Изумлен» TF-120. Готовимся к премьерам, к одной, второй, третьей. То есть у нас еще припасены новинки, которые мы все-таки пока что держим в тайне от того, чтобы это отдельным пунктом довести до всех наших потенциальных клиентов.